Глава Карелии утвердил новую программу переселения из аварийного жилья. В нее вошли 636 аварийных домов. В результате до 1 сентября 2025 года улучшат свои жилищные условия 9100 человек. Конкурсную программу 41-го Московского международного кинофестиваля вошли три российских фильма. Один из них «Эпидемия» Павла Костомарова рассказывает о неизвестном вирусе в Москве и людях, которые должны добраться в Карелию, чтобы спастись. Из Петрозаводска запустят авиарейсы в Сочи и Анапу. Выполнять рейсы раз в неделю с июня по сентябрь 2019 года будет авиапредприятие «Северсталь» на новом воздушном судне «Сухой Суперджет 100». Мошенники вновь ходят по квартирам петрозаводчан. Теперь они представляются работниками почты и предлагают купить товары или прийти за ними в почтовое отделение. Управление Почты России по Карелии предупреждает, что подобными вещами их сотрудники не занимаются. Команда юниорок «Драйв» из Петрозаводска заняла второе место в возрастной группе от 14 до 16 лет на чемпионате и первенстве России по фитнес-аэробике в Москве. В них участвовали более 2000 спортсменов из всех регионов страны. Фан-забег в честь Дня космонавтики пройдет 13 апреля на набережной Онежского озера в Петрозаводске. Трасса составит 1961 метр. Участник, который пробежит дистанцию в самом космическом костюме, получит приз. –